Ах, Палкин, ты спас честь нашей школы. Это единственный приз, который был у нас, понимаешь? Мы им очень гордились. Большое тебе спасибо. Ах, Палкин, ах, детка, молодец. А знаете, как я больно локтем ударился? Я тебя сегодня от занятий освобождаю. Иди домой. Иди. Иди, иди. Мне бы до понедельника отлежаться, а? Хорошо. Приходи в понедельник. А я ж теперь на физкультуру не смогу ходить. Ладно. Я скажу Сергею Павловичу. И по-русскому у меня проблемы. Анна Петровна слишком строго ко мне относится. Вот если бы с ней поговорили. Я же спас ваш кубок. Чего еще? А еще с алгеброй у меня не лады. И с геометрией. А еще химия и физика. Хорошо, Палкин. Я со всеми переговорю. А теперь иди домой. А можно я завтра при всех с вами за руку поздороваюсь, Павел Андреевич? Вот все обзавидуются. А давайте я вас буду дядя Паша называть. А? Дядя Паша? Ну что вам стоит? Это ж такой пустяк. Че такого-то, дядя Паш? Марш на урок, Бестович! Ишь размечтался! И чтобы завтра в школу без родителей не приходил, я тебе покажу, дядя Паша!